Организаторами престижного спортивного состязания выступают Брестское областное объединение профсоюзов, Управление спорта и туризма и Брестский горосполком. Нынешним участникам 10-го юбилейного турнира по вольной и греко-римской борьбе памяти Владимира Карвата всего по 13-14 лет. И эти соревнования – одна из ступенек к достижению цели – выхода на международный уровень. Сегодня юные борцы из Польши, Германии, Беларуси и Украины на ковре, чтобы не только победить, но и проверить свою силу воли и мастерство. К этому обязывает имя Владимира Карвата и его подвиг. Очень велико патриотическое воспитание. Вот именно на примерах, на таких примерах. Мы можем обо всем говорить, но когда человек отдает свою жизнь за жизнь других, то это весомо. И поэтому я уверен, что вот эти ребята, которые приезжают с разных стран, вы видите, и Германия здесь, и Польша, и Прибалтика, большой список команд, они в памяти увезут только то доброе. Это и патриотическое воспитание, и гражданское воспитание. Поэтому здесь все вместе, и мы будем идти с этим дальше. Ребята едут, ребята знакомятся, ребята силой меряются, ребята олимпийский дух поддерживают. Вот. Брестское областное объединение традиционно все призы – это за наш счет. Поэтому мы тоже здесь являемся в какой-то степени и спонсорами, и организаторами. И я думаю, что этот турнир будет и дальше продолжаться, и развиваться, и все больше команд будет приезжать, и мы больше усилий будем, естественно, финансово помогать всем. Для юной брещанки Арины Житкевич турниры подобного уровня не в новинку. За 3 года тренировок воспитанница Брестской спортивной школы профсоюзов не раз становилась чемпионкой области, брала призы на республиканских соревнованиях. Сегодня Арина настроена побеждать. Конечно, я переживаю, поскольку это очень волнительно, хотелось бы победить. Потому что папа тренер, не хотелось бы его подставить. Вот. И очень есть такое волнение, и надо победить, такое как давит. И начинаешь волноваться. И в то время, когда ты уже на ковре, вот этот страх мгновенно пропадает, потому что тебе надо что-то делать. А когда ты боишься, ты не сможешь этого сделать, нет уверенности в себе. Каждый выход на ковер – это испытание, признается Арина Житкевич. Своих сил, навыков и, конечно же, характера. Тем более, что у девушки спортивная семья. Мама – тренер по прыжкам на батуте, а отец – личный тренер юной спортсменки. Видно, у нее это в крови, передается все-таки по генам, потому что и занимается она не так много, но чувствует ковер, чувствует соперников, у нее все получается. Так получилось, и такой тренер есть у нас, и Козел Евгений Саныч, он открыл ее, можно сказать, как спортсмена. Он попросил, говорит, можно я возьму ее на соревнования, взял, посмотрел, у нее получилось, стало получаться. Ну и дальше она занимается и занимается, я вижу, ей нравится приносить мне радость, как любой мужчина, борец, он хочет, чтобы продолжение было в спорте, чего сам, кажется, не достиг. Плох тот спортсмен, который не мечтает стать чемпионом, а лучше всего олимпийским. Нынешнему спортивному резерву есть на кого равняться. У белорусской борьбы славная история. Блистают представители синьока и на современных олимпиадах, особенно в женских дисциплинах. Поэтому и выходят на ковер будущие олимпийские чемпионы из разных стран с желанием победить. Мене тато привів на цей спорт. Я вже займаюся 9 років. І багато чого вже достиг в спорті, в цій борьбі. Я хочу в Україні, бути на чемпіонаті України, зайняти перше місце. Я хочу попасти на Олімпійські ігри і побідити. Я дуже хочу попасти на Олімпіаду. Я дуже стараюсь к этому. Буває іноді лінь на тренуваннях щось робити, але стараюсь бороти свою лінь. Пытаюсь что-то делать, чтобы потом победить всех, чтобы чувствовать гордость за себя, чтобы папа мною гордился с мамой. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.